13 мая в Одессе начали работать экипажи, которые при помощи лазерного прибора TrueCam следят за превышением скорости. Пока патрульные с радарами будут стоять только в двух местах города – на Люсдорфской и Балковской. На территории города начинают работать экипажи патрульной полиции с приборами измерения скорости TrueCam. Основные точки, где будут работать и находиться патрульные экипажи, это улица Люсдорфская от Бреуса до Артиллерийской, а также улица Балковская в районе центрального автовокзала. Отмечу, что дорожные знаки, которые информируют водителей о фото-видеофиксации скоростного режима, установлены больше месяца. Эти места выбрали из-за большого количества аварий в связи с превышением скорости. В местах, где будет работать TrueCam, уже установлены специальные дорожные знаки. И будут стоять патрульные машины с включенными маячками синего цвета. Прибор TrueCam очень простой в использовании. Значит, ставятся настройки, место наше положение, где мы находимся, улица, адрес. Устанавливается лимит скорости, то есть по городу разрешен 50 км в час, погрешность 20 км в час. То есть устанавливаем на 73 км в час и замеряем скорость движения машин. То есть если машина движется 73 км и более, автоматически срабатывает, машина останавливается, выписывается административное постановление, то есть в виде штрафа. Отмечу, за превышение более чем на 20 км в час штраф 255 гривен, а за превышение более чем на 50 км в час 510 гривен.